Девушка-бунтарка медленно и лениво перебирает кошачьими лапками свои товары. То медленно, то быстро перебирает кошачьими лапками товар. Вот как она трудится, кошечка, на благо государства. А вот это ее змеиный коллектив на работе. Кобры, всякие очковые гадюки, питоны, ядовитые, ужи и прочие присмыкающиеся. Вот она перебирает кошачьими лапками товары. А сколько у вас стоит молокусь? А молокусь мы детям не продаем, извини, мальчик, так что иди отсюда. Да, конечно, извините, а можно у вас водку? А водку тоже не продадим, тебе нет 18. А чипсы можно или водичку? Да, можно, конечно. Сколько стоит? Ну, рублей 200-100. Вот, держите все, что есть. Вот, сударыня, держите. Не взорветесь? Нет, я могу только укусить тебя колом съедом, если хочешь. Если ты станешь маленьким свидетелем, то я тебя убью, сказал девушка-бунтарка мальчику. И мальчик тут же испугался и ушел. Он клево ушел, испугался. А девушка-бунтарка медленно перебирает кошачьими лапками свои товары. То медленно, то быстро перебирает. И перебирает кошачьими лапками свои товары.